диагональ в выпуклом n-угольнике. Сколько штук? Сторона считается за... Я же сказал, диагональ. За диагональ. Сколько диагоналей в выпуклом n-угольнике? n-1 делить на 2? Неверно, но это выражение тоже интересно. N умножить на n-1 пополам – это такое число сочетания из n кубов. Это что такое? Это количество всех сторон. Это и сторон и диагонали. Да. А можно ли есть? Да, давайте. N умножить на n-1 делить на 2 минус n. Верно. Надо из числа сочетания из n квадрата вычесть n. То есть n умножить на n минус 1 пополам минус n. Если n вынесем, то как-то можно покороче написать. Получается n умножить на n минус 3. Замечательно. А можно было это сразу сказать? Посмотрите, господа. Если у нас есть, например, шестиугольник, видите? В листочке сколько выходит диагональ? Три. Три. Дошло? Так значит, надо 6 количество вершин умножить на 3 и разделить на 2. Вершин у шестиугольника 6. Из каждой выходят 3 диагонали. Ну, значит, 6 умножить на 3 пополам. В общем случае, n умножить на n минус 3 пополам. Понятно? Кстати, даже для треугольника формула верна. 3 умножить на 0 пополам. Слышите? 3 умножить на 0 пополам.